Итак, в Семейзе установилось теплое бабье лето. Дни в основном стоят ясные. 9 сентября рано утром прошел небольшой дождь, а 10-го первую половину дня небо было затянуто тучами, но потом очистилось. С 8 по 10 воздух был хрустально-прозрачным, однако теперь снова собралась влажная дымка. Барометр показывает влажность 80%. Температура стоит порядка 26-28 градусов в тени. На солнце сегодня 12-го 34 градуса по Цельсию. Ночная температура постепенно поднялась с 18 до 22 градусов этой ночью. Вода прогрелась где-то до 22 градусов. Единственное, что море немного штормит, в основном с утра, а к вечеру волна успокаивается до такого состояния, как показано в предыдущем обзоре погоды. Вода стала такой прозрачной, какой и не была, если честно, за все лето. 10-го, когда велась эта съемка, был единственный день, когда на море был практически штиль. Вот, можно видеть камни достаточно глубоко. Вчера снова поднялась небольшая волна с востока, а сегодня утром море было затянуто барашками. Но к обеду их уже нет, хотя волны продолжают достаточно быстро бежать с востока. Однако ничто не мешает наслаждаться отдыхом на море. Городской пляж достаточно плотно укомплектован. И немножко продлить себе лето.